Уважаеми колеги, обичам моя български език и ще започна с приветствие на български, но ще продължа след това с презентация на руски език, за което съм много благодарна на професор Мирко Благоевич и на вас всички. Първо да заявя, че се чувствах през тези 2 дни, вчера, днес, изключително комфортно във вашата компания, във вашата общност. И това се случва благодарение на изключителната толерантност, която витае във въздуха и изпълва душите, сърцата, умовете на всички присъстващи. Още веднъж ви благодаря. Позволете ми да пристъпя към представянето на нашата тема. Още веднъж да повторя, че работя в съавторство с доцент доктор Блага Джорова. С нея работим в една катедра от много години, работим по проблеми, които са близки, които засягат възпитанието на съвременните деца и подготовката на съвременните учители за предучилищните институции и за училището, начално училище, основна образователна степен. И така. Морално-етическия ценности в религиозном образовании и роли в гуманизации педагогического процеса в детском саду и начальной школе. Пожалуйста, следующий. Гуманизация педагогического процеса в аспекте исторической динамики. Так и начну свою презентацию. Логично начать с богатством идей. Скажу, что непрерывными можно определить усилия мыслителей в области педагогического познания, усилия по раскрытию образовательного потенциала и богатства идей, связанными со сложной реальностью педагогического общения. Вообще современные интерпретации гуманистических подходов в образовательной практике не были бы вполне аргументированы без поддержки высокой ценности идей, высказанных в далеком, но для меня и столь близком мире, как мир Яннамоса Каменского. Светлая мысль Каменского, все мы ее знаем, но я начну с ней. Человек есть высшее, совершеннейшее и превосходное творение. Эта мысль заряжена необыкновенным оптимизмом и гуманизмом. Источником познания является тройственный свет, вечный, божественная мудрость, земной, природный и внутренний разум и воля человека. Формирование в процессе воспитания сознания и поведения, основанного на всех человеческих добродетелях, мудрости, умеренности, мужестве, выдержки в труде, справедливости, честности и так далее. Все это вдохновляет нас, педагогов. Следующее. В нашем своеобразном диалоге с Каменским по проблемам, связанным с формированием морально-этических ценностей, мы находим очень много точек соприкосновения с современным пониманием содержания и технологий всего образовательного процесса. Для нравственного воспитания великий педагог подчеркивает особенно большое значение нравственного поведения педагога, а также примеров, которые можно взять из истории и классической литературы. Вдохновляющие, а сейчас еще одного вдохновляющего меня лично, я думаю, что многих педагогов-мыслителях, его имя Шалва Амунашвили. Я думаю, что все, которые интересуются проблемами образования, проблемами педагогики, обучения, воспитания, социализации личности, это имя дорого. Любовь, уважение и требовательность к ребенку могут, извините, великолепно способствовать его общему развитию и достигать невероятно хороших результатов для всех детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Удивительно ясное послание, сказанное совершенно доступно, не показывая ни на йоту академического превосходства над теми, кому они адресованы,
нынешними и будущими учителями. В этой легкости сияет гений ума, сила которого прежде всего в любви и вере в ребенке и в его возможности. Цитата по Амунашвили: «В атмосфере любви, доброжелательности, доверия, сопереживания, уважения ученик охотно и легко принимает учебно-воспитательную задачу». Так говорит, просто и ясно. Я это принимаю. Учет потребностей и возможностей личности ребенка является действенной стратегией эффективного обучения и воспитания. Этика в отношениях с учеником, уважение и поддержка его личного достоинства – одно из необходимых условий гуманности школы и образовательного процесса. Тоже. Шалва Амунашвили указывает ряд отправных точек, которые являются основополагающими для установления гуманных отношений между учителем и его учениками. Для установления гуманных отношений необходимо на первом месте адаптировать обучение и всю школу к интересам учащихся, учитывать потребности и возможности личности ребенка, постоянно проявлять веру в возможности и перспективы каждого ученика, еще сотрудничество преподавателя с учениками, еще этика в отношениях с учеником, уважение и поддержка его личного достоинства, установление взаимного доверия, повышение авторитета каждого ученика в классном сообществе и в семье. Идем дальше. Гуманизацию образования можно рассматривать на разных уровнях. Социальный уровень связан с пониманием гуманной направленности образования. Педагогический уровень подчеркивает содержание и организационно-технологические особенности обучения и воспитания. Личностный уровень выдвигает ценность, уникальность и индивидуальный потенциал обучаемого. Морально-этические ценности в контексте современных философских, социальных и педагогических исследований – это тоже был фокус нашего общего с доцентом Джорова поиски в ту сторону были. Конечно, я здесь очень коротко об этом прокомментирую, а все будет, конечно, опубликовано, но не на русском языке, а на английском. Да. Ценности как норма предпочтительного, стимулируемого, социально одобряемого поведения и действия присутствуют в публикациях ряда современных исследователей. Ценностям свойственны как константность, так и динамика, определяющая их сущность и специфику. Константность ценностей неизменная, константная, можно прокомментировать в контексте определения содержательной характеристики понятия. Их ценности, имею в виду, можно отнести к идеальным способам поведения или достижения конечных целей согласно личным убеждениям и предпочтениям. Индивидуальная система ценностей можно определить как постоянная организация убеждений, определяющая поведение человека в соответствии с его представлениями о смысле существования. Динамика ценностей. Ценности, связанные с разными этапами развития человека и с разными сторонами его жизни, поэтому необходимо также учитывать изменения индивидуальных, коллективных ценностей в зависимости от социальной ситуации, а также их взаимосвязь с наукой, культурой, политикой. В центре внимания нашего исследования влияние религиозных ценностей на гуманизацию педагогического процесса. Логичен вопрос. Каким должно быть место религиозных ценностей в педагогическом процессе? И второй вопрос. Как учителя могут интегрировать моральные ценности посредством религиозного образования или обучения религии?
Теоретический обзор проблемы морально-этических ценностей в изучении религий и их роли в процессе гуманизации педагогического процесса убедительно доказал, что в педагогическом пространстве наблюдается повышенный интерес к данному вопросу. Результаты ряда научных исследований подтверждают актуальность, значимость рассматриваемой темы, которая является предметом исследования и анализа в рамках опроса, проводимого нами в текущем 2024 году. Я постараюсь тоже коротко представить некоторые результаты этого опроса. Цель проведенного нами эмпирического исследования направлена на выявление и анализ возможностей и проблем воспитания морально-этических ценностей посредством религиозного образования и обучения религии, исследование их места в гуманизации педагогического процесса в образовательных учреждениях, детском саду и начальной школе. Анкетный опрос. В целях исследования среди практикующих учителей и студентов будущих учителей будущие учителя, был распространен структурированный опрос из 16 вопросов. Всего в исследовании принял участие 41 педагог, из них 28 в детском саду, 13 в школе. В опросе приняли участие 62 студента, обучающихся по специальностям бакалавриата и магистратуры на педагогическом факультете Юго-Западного университета Неофит Рильский. Заслуживают внимания ценности, которые, по мнению респондентов, характеризуют современное общество. Вот как мы представили их в нашем анализе. Свое мнение высказал 61% респондентов. Возникает пестрая палитра ответов, которые в целом подтверждают наши рассуждения, сделанные в теоретическом обзоре относительно морально-этических ценностей. Палитра ценностей. Еще 5 минут. Хорошо, не успею. Ценности, которые могут способствовать благополучию общества и природы, указали 41% респондентов. Человеколюбие, достоинство, доверие, ответственность, мудрость, искренность, честь и другие. Ценности, направленные на личное благополучие и благополучие близких людей, отметили 32% респондентов. Изобилие, деньги, богатство, имущество, лидерство, величие, превосходство, власть, контроль, популярность, слава. Отсутствие ценностей или наличие ведущих отрицательных характеристик указали 27% участников опроса. Некоторые уточняющие негативные комментарии. Отсутствие гармонии в общении и духовности, большой уровень эгоцентризма, низкая самооценка, неуважение, агрессия, экранная зависимость, зависть, жадность, эгоизм, быстрые деньги, популярность, нежелание к физическому труду, обесценивание всех ценностей. Вот такие были некоторые уточняющие комментарии респондентов. 85% респондентов определяют религиозное образование как фактор процесса воспитания морально-этических ценностей. 13% отрицают это. А участники опроса согласны с тем, что религиозное образование должно быть организовано для детей в образовательных учреждениях. Одна небольшая часть респондентов дает отрицательный ответ. Сравнительно небольшое количество респондентов уточняют свои ответы. И мы выбрали здесь вот одно из мнений респондентов. Введение религиозного образования – сложный вопрос, поскольку наша страна, Болгария, многоконфессиональна, согласие родителей важно, а в смешанных районах с большим количеством христиан и мусульман это будет довольно сложно. Данные опросы позволяют резюмировать. Есть еще минут? 3 минуты. Хорошо. Хороший личный пример, взаимное уважение и доверие, похвала и поощрение и акцент на переживаниях ребенка являются важнейшими предпосылками воспитания в процессе формирования морально-этических ценностей. Строгие требования и указания, выговоры, наказания 40% респондентов назвали нежелательными и ненужными в процессе формирования
этих ценностей. Итоги. Успяла. Морально-етические ценности имеют свою роль в процеса общего развития личности. Важен поиск ефективных педагогических подходов, технологии обучения и възпитания, а также адекватных методологических решений для формирования этих ценностей. Есть необходимост в изследовании възможностей, предоставляемых изучением религии для решения важных проблем, связанных с възпитанием, развитием и социализацией современных детей. Я на этом остановлюсь. Спасибо. Самое главное, я успела сказать. Огромное вам спасибо. Хвала пуно Красимири Марулевской и njene koleginici, с кого мне заедно радила Благи Джоровой.